День пограничника начали праздновать 27 мая. Провели боевой расчет, а после возложили цветы к памятному камню в честь столетия пограничных войск в сквере имени Дзержинского. А 28 мая в выставочном комплексе «Салют Победы» состоялся торжественный митинг. Поздравляю с Днем пограничника! Ура! 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 Вольно! На митинг ветераны пограничных войск пришли со своими семьями, друзьями. Некоторые надеялись встретиться на празднике с боевыми товарищами. Пограничной службе отдал много лет, из них 18 лет на советско-китайской границе. Здесь, в Оренбурге, служит мой товарищ Бабий Сергей. Очень хотел бы его увидеть. Вместе служили на Дальнем Востоке. Ну, я думаю, что получится. Сегодня пограничники вспоминают свою службу, рассказывают, что она запомнилась им на всю жизнь. И подобных эмоций больше не испытывали. Пограничным войскам служить, это вся служба была яркая, там некогда было скучать. Когда вы спать ложитесь, и когда заставу поднимают в ружье, и вот это вот стресс, адреналин, когда ты бежишь по тревоге, вот это вот было самое, наверное, здорово. И поэтому сейчас, после 36 уже как прошло лет, как я служил, и все равно вот это вот, как бы тот адреналин, он остается в крови. Пограничников приехал поздравить первый вице-губернатор Сергей Балыкин. Он отметил, что на службе всегда лежит большая ответственность. Сегодня пограничная служба ФСБ России по Оренбургской области решает крайне ответственные многоплановые задачи. И на вас, как и на наших предков, возлагаются задачи поставить заслон на пути наркотрафика, нелегальной миграции, незаконного оборота оружия, трансграничной преступности. Сегодня вспоминали о тех, кто погиб, защищая Родину. Их память почтили минуты молчания. Далее, по традиции, состоялось возложение цветов к вечному огню. А завершился праздник торжественным маршем. Мария Фирсова, Владислав Горбунов, «Новости дня».